Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала, с вами Виктория Снежная, и в этом видео мы с вами поговорим о очень интересной теме. Это уборка по системе Fly Lady. Многие о ней наслышаны, многие ее используют, кто-то что-то заимствует из нее, но у меня своеобразный взгляд немножко на эту систему, поэтому хочу поделиться этим с вами, потому что кто-то в комментариях высказывал свою заинтересованность в этом. Значит, что вообще... Я считаю, в общем, про эту систему. Мне кажется, система слишком сложная, требует очень много лишних манипуляций, много лишних записей. Поэтому для меня, например, она в той полной своей сфере, как ее преподносят истинные флаюшки, вообще не вариант, потому что мне хочется жить проще, мне не хочется искать себе какие-то проблемы, поэтому, не знаю, я из нее беру только какие-то отдельные моменты. Значит, давайте сначала пройдемся по плюсам, да, что же все-таки хорошего в этой системе. Из хорошего я могу выделить буквально, ну, может быть, 2-3 каких-то вещи. Значит, первое – это то, что система Fly Lady помогает, в принципе, заставить себя быть более организованным. И также она учит выстраивать в голове схему уборки вашего помещения. Вот. И второй момент, что... Если убираться по системе Fly Lady, в вашем доме постоянно будет порядок. Но на самом деле из этого вытекает первый, самый главный жирный минус, то, что убираться будете вечно. В этом я абсолютно согласна с той же самой Марией Кондо, наверное, так, которая написала книгу «Магическая уборка», что по такой системе вы действительно будете убираться всю свою жизнь. Поэтому... Я придерживаюсь такого правила, что лучше один раз все разобрать, а потом так по чуть-чуть поддерживать, чем постоянно, там, каждый день, там, 15 минут натирать то, 15 минут натирать это, потому что провести всю жизнь в уборке мне вообще не хочется. Мне кажется, даже если однажды в моей жизни настанет такой момент, как, не знаю, там, уход за ребенком, да, там, сидение тотальное дома без какой-либо работы, то я не захочу тратить время своей жизни на натирание каких-то поверхностей. Так, значит, так же, как я уже говорила, мне не нравится вот эта вот вся писанина, куча каких-то таблиц, графиков, господи, зачем это все нужно? Что вообще включает моя личная система уборки? Это, конечно, очень громко прозвучит, но все-таки, да, как убираюсь я, и что помогает лично мне поддерживать мое помещение в порядке? Потому что, несмотря на обилие мелких вещей, которые нужны мне для блогинга и для мастерской, у меня в доме порядок, то есть чисто, убрано. Единственное, что только вот именно мелочевки много, поэтому порой кажется, что здесь бардак. Но на самом деле это не бардак, это просто огромное количество мелких нужных вещей. Все рукодельники меня прекрасно поймут. Вот. А вот именно захламленности просто ненужными вещами, которые не используются, я это убрала из своей жизни, у меня этого нету. Ну и плюс постоянное, я говорю, поддержание именно чистоты вещей, окружения, пространства. Так вот, моя система уборки включает в себя 3 этапа. Вот. Первый этап – это оценка ущерба, так называемая. То есть вы такие заходите в комнату, где вам нужно убраться, и, как это банально сейчас не прозвучит, окидываете ее взглядом и прикидываете, что вам вот нужно разобрать. И ваш взгляд, он цепляется за отдельные такие участки, я их называю участки катастрофы, которые требуют разбора вот прям вот, ну, по-любому вот именно сейчас. То есть, например... разобраться в ящиках стола, да, как бы это в глаза не бросается. Вы знаете, что там срач, но вот просто зайдя в комнату, как бы вы этого не видите. Поэтому ящики стола вы на самом деле можете отодвинуть на любой другой день, да, разобраться. А если, например, вы заходите в комнату и видите гору грязной одежды, гору каких-то фантиков, какие-то, не знаю, пакости от кота, то здесь вы понимаете, что вот оно, это место катастрофы, это нужно убрать как бы здесь и сейчас. Вот, и плюс вы выявляете обязательные места, ну, как бы обязательные места для уборки – это полы и пыль, да, вот это есть у всех, как бы, поэтому от этого никуда не денешься. Все остальное как бы у каждого по желанию. Вот,
А второй этап – это кардинальная уборка. То есть все, что можно выкинуть, все, что имеет свойство выкидываться, вы выкидываете, чем вы не пользуетесь, что мусор, что вас бесит, что вам надоедает. Знаете, есть такие предметы, на которые во время уборки натыкаешься вот из раза в раз, и ты просто этот предмет тупо перекладываешь и понимаешь, что, может, конечно, тебе когда-нибудь понадобится, а может, и не понадобится. Я такие вещи предпочитаю выкидывать, потому что, как показывает практика, я не жалею о том, что я их выкидываю, это раз, а во-вторых, они не нужны, они просто захламляют место. Так, дальше, кстати, вот пока я так захожу в комнату и окидываю все это взглядом и думаю, что мне убрать, я начинаю собирать грязную одежду в стирку. Я, например, ну как, у меня график работы, там несколько дней рабочих через несколько выходных, поэтому за несколько моих рабочих дней скапливается именно грязная одежда. Не успеваю я ее в рабочие дни, потому что поздно возвращаюсь, скидывать в стиралку. Поэтому вот то, что за, допустим, 4 рабочих дня накопилось именно из грязной одежды, все это собирается по комнате и сваливается в стиралку. И сразу же запускается. Во все остальное время я убираюсь. То есть стиралка, например, стирает 1,5 часа, да, 96 минут. Здесь есть такая чудо-программа. Вот. И я понимаю, что у меня есть прям вот так чётенько эти 96 минут, чтобы убрать, например, квартиру, да, и потом сразу же достать белье, развесить его, и это будет финальный штрих всех дел по дому. Так, значит, что вообще происходит дальше? Дальше, как бы, ну, после сбора всей одежды собираются все кошачьи игрушки, освобождается пол. Вот. Ну, а потом уже, как бы, устраняются локальные места какого-либо бардака. Вот. Ну, и протирание пыли с мытьем полов дальше следует. Так, для, как я уже говорила, разбора ящика я предпочитаю использовать какой-то один отдельный день, потому что, ну, ящики — это вообще отдельная тема, да, ты такой достаешь их, начинаешь копаться, что-то надо, что-то не надо, и времени тратится много, поэтому просто выбираешь один день и тратишь на ящик, допустим, по полчаса времени, вот, и все нормально у тебя происходит, причем полчаса — это вот так вот. И на третьем этапе, когда у меня уже наступают дни выходных после рабочих, у меня идет этап поддержания, то есть в эти дни я отдыхаю, я не задрачиваюсь над уборкой каждый божий день. Я, допустим, в первый выходной тотально все убираю, а в остальные дни просто поддерживаю. Причем я не натираю полы каждый день, а именно вот все, что, опять же, да, можно выкинуть, сразу же выкидывается. У меня рядом с рабочим столом моя импровизированная мусорка. Вот, белье, которое по дому где-то там пачкается, оно сразу же кидается в стирку, стирается, не складируется. И вот в таких вот мелочах, как бы, посуда сразу же моется. У тебя сохраняется вот этот вот порядок, то есть у тебя не накапливается все это. Да, нужно приучить убирать за собой, как бы, но на то мы люди, а не свиньи, да, чтобы чем-то от них отличаться. Вот. Что еще могу добавить? И на уборку однокомнатной квартиры, вот, которую мы сейчас снимаем, у меня уходит где-то около часа времени. Вот именно если убирать, вот все. Вот. На уборку нашей трешки у меня уходит времени больше, но там немножко специфический аспект, там квартира в таком предремонтном состоянии, там много хлама, поэтому что-то даже не имеет смысла пока что разбирать, там уходит времени на трешку, ну, тоже, наверное, где-то 1-1.5 часа, вот так вот. Конечно, если там будет однажды все отремонтировано и обставлено, там будет времени уходить несколько больше. Вот, потому что сейчас, ну, многие вещи ты, конечно, забиваешь, потому что знаешь, что во время ремонта как бы все равно все это будет испачкано, перепачкано и, возможно, даже выкинуто. Вот. И, кстати, еще один просто бесценный совет. Планируйте свое время с долгоиграющими средствами. Сейчас объясню, в чем состоит прикол. Знаете, есть такие вещи, как, например, гель для плиты, там, не знаю, средства для пола, то есть такие вот вещи, которые должны впитаться и подействовать. То есть рассчитывайте так, что вот вы это наносите, и пока это 15 минут впитывается, вы не уипинаете где-нибудь там, а, не знаю, там, занимаетесь чем-то более полезным, например, там, протираете пыль или разбираете какой-то завал. Рассчитывать вот на это, чтобы потом, через 15 минут, когда вы сделаете уже часть работы, вы могли вернуться к тому, что у вас там
отмачивалась, грубо говоря. Вот. И поверьте, время экономится очень сильно, и вы не задалбываетесь за целый день этой уборки, потому что у вас тратится, опять же, да, не целый день, а буквально, ну, сколько там, ну, час, у кого-то, может, полтора. Вот. То же самое касается, на самом деле, готовки. То есть у меня на это времени вот именно прям долго не уходит, у плиты там часами не торчу, поэтому все как-то проще. Так что система Fly Lady вот именно на меня она не ложится в том полноценном варианте, в котором ее используют, только отдельными какими-то моментами. Вот. Ну все, надеюсь, это видео было вам интересно и полезно, что-то вы для себя почерпнули. Так что буду рада увидеть в комментариях какие-то ваши секреты уборки, того, как вы экономите время и помогаете сами же себе. Вот, до новых встреч, пока!